Рыба стоит. Так. Хранительницу на консерву. Войт отводит шамана, шарит анчикус. Подожди, то надо было еще этого товарища смолить. Поставьте порт на Галаран. Тут Паша уезжает. Люб, прыгни, дал. Тут, наверное, надо это СВД-шку их на ходу отстреливать просто, блядь. АФК. Ну, значит, у нас АФК, значит, не надо. Смотрим назад Алира и погнали. Фин нас по Блэкбери. Босс очень низко стоит, подними его вместе с Хантом. Алис, тотем ставь. Шамана.
Оль, закинь им. Где-то я видел эту треню. Интересно, где? Вот Ася, она на прошлом году тоже падала. Банк. Тебе? Да, да. У Таси тоже эта треня упала на прошлом году. Это что-то говорил я. Или кому? Да, мне. Еще раз тебе повторяю. Точно тебе? Хорошо, идем сейчас. Добро. Че, пёр, не показывай? Помогите, не помогите. Я у меня тут прицеп, ребята. Там воронка пошли в самом первом мобе. Оля за сюрикен отыгрывается, да? Оля с Настей переруливаете. Куплю воронку. Сразу накинулись. Полироль тоже купит, дорого воронки. Не дороже аука, да? Ну, конечно, не дороже аука. Сейчас бы дороже аука покупать. Слушай, а где квест на шею дается? Шатрах. Шатры. Центр самый. В шатрах? Угу. 5,7 даю за воронку. 5,8. Аля, а ты щедрый сегодня. Я думал, вы цену набивать будете.
Что у вас быстрее голда кончилась, а вы сдались. 5,9. Продавайте ему. Слушай, а до шестерки ты берешь? Я сук куплю тебе, продам. Там на оке минималка 6300. 5400 даже, наверное, уже. Я только что чекал, там 6,90 было. Я вот перед РТ смотрел. Не, я вот во время РТ смотрел сейчас. Я после РТ посмотрел. Ёх, бустер покупают, надо быстро думать, сразу говорю. Я бы купил, если Паша сказал, да. Лёва, по голове никому она не нужна, да, Сласта? Да, вроде. Вроде бы. Этот чистак. Честно, я запечатал ему. Чё ты делаешь, Войт? Китайская пытка, знаешь? На темечко голова, на голову капает водичка. Мне парень рассказывал один, типа пробивает насквозь. Что-то я сомневаюсь. Типа что с ума сходит, что пробивает, не знаю. На психологическом уровне. Ну это надо долго делать, чтобы это на психику давило. Если ты это просто пару раз, то это бесполезно. Вот поиграй про товаром, расколы постакай, то же самое, что это пытковать, да? Ты поиграй на паладине и бафы их постоянно после каждого смерти. Согласен. Еще и просит 30 минут. Про товаром раскол несложно, тактик. Да я буду всю подпитку это все. Их каска на 10 минут не устраивает. Все равно не сдох. Ты у Финоса этого набрался, Полях, прекрати. Ватсап покидает рейдовую группу, блин. Я еще на ласт пойду. Зачем? За кистями. Ась? За кистями. Не, фиг тебе. Паша, там, увы, там банка забирает. Дайте шкаф. Шкаф. Шкиф. На шамане, прими, Паш. Паша, а можно престол сюда зайти? Или тебе шея нужна? Да, он типа за шеей и за поясом. Пояс с шеем, он... Подожди, а в смысле удар без звука отключен сервером? Что это, блядь? Все, заметил его кто-то. У него сервер. Сервер мут. Сейчас посмотрим. Интересно, он разговаривает сам с собой сейчас или нет? Кто Полик? Типа... Паша, тебе нужна, да, эта шея? Угу.
хотел на креста забрать. Да у меня же есть такая ссылка, там разница только в сокете, да, без разницы. Сокет бонус этот. 5 СПД. Едем, едем. А, нет, там стата. Здесь, по-моему, хоста, а там крит. Тихо. Что? Что? Ничего, модератор кем-то больше не будет. Что я сделал? Сервер не пошел. Чего, блядь? Я, кстати, очень удивился. Какие места? Под нобок. Обожаю. Весь бой меня будет кидать, да? Ну да, это как на роботе, помнишь, ты любимчик был. Это да, блядь. Или не хочется вспоминать. Плохие воспоминания. Он заебал. Да, это вообще пиздец. Понимаю. Хотя, учитывая, что меня в целка два раза в комнату кинуло, мне кажется, это просто хейт. Да ну нахуй. Че, сплетение? Хуение, плащ выпал. Наконец-то, да. Сплетение чаще видели люди, чем этот плащ. Кстати, правда, я с пугами сплетения дважды видел. Не, ну ГЦ. Лёва, ты свой плащ менять не будешь? Буду, ну, Дима первого пусть латает. А есть нанесёнка по боссу, а у кого-нибудь?
Ну, тут какой ее чекать? Что где чекать, блядь? Зато, блядь, Сави нахуй понервили, гауе, блядь. Это надеюсь, что эти отхождения по воде бафнут, да? Наивный. Не, Паша, перечаривал плащ просто. Не, какое астральное возвращение? Алло, стой, вернись. А чё, регов нет, да? Символа тоже. Ну чё, Паша, мы идём сегодня раз? В принципе, да, успеваем. Просто завтра опять воскресенье и на работу в понедельник, поэтому тяжело опять Джайна пойти. Опять не хочу готовить. Она у нас никогда легко не идет, как и РС. Раз-раз, пиха. Ты зачем сервер мут Паша кинул? Он теперь не будет промахиваться по кнопочкам на андроиде. Нет модульки, нет проблем. А может это не пиха кинул? Пих. Там есть такая функция, что аудита называется, которую только админы могут смотреть. Называется спалить функция. Ну не ругайся там сильно, он за телефоном не скипнул, да. Я не ругаюсь, я просто снял для движения. Повторение. Мурлок, ну научи, таких пожалуйста, а? Вот научится телефоном пользоваться, верну модерку. А пока пусть инструкцию почитает по использованию. На Discord на телефоне. Ой, тыкни. Когда люди пойдут, уже люка не. К телефону есть инструкция? Ну да. Через отчет. У меня скада какая-то старая. Ну типа сегмент. А, режим. Получен урон врагом. Это в отчете. А в самой скаде я нажимаю на Марагрима, да? Ну да. Там, где люди будут развернуты, их урон бабус. Но. А, может вот здесь надо сделать? А, так вот, ёпта. Люб круто нет, Долоран. Что не возьмем? Блин. Он устал? М?
можно и я уступлю заодно? Ну, давай, давай, ты, Серега. Только все равно сейчас в РС идти, так что нет. Я не пойду в РС. Да, Саш, перезаходи. Серега? Ничего, просто он... А ты видел, что там в магазине Феникса продают за 200к голды? Там другой Феникс. Не, тот же. Сумрачный Феникс. Из голых животных? Угу. А нет, подожди, а, это 200к темный, а там сумрачный. О-о-о. Это отличие. А цвет? Такой же. Такой же. Так. Саша, перезаходи. Самониваем. Сумрачный посветлее будет по оттенку. Он как-то более прозрачный, чуть-чуть. Доброй ночи, Серега. Спокойно. Куда это он? Все присоединились. На черепе Алиса, Полик, ты стоишь, хилишь на кресте. Тимур в центре. Настя на квадрате. Паша на трусах. А, так. Куки на страйдере. По миликам. Дупло. Череп, консерва, крест. Аляр. Квадрат. Да, пиха. Пиха, трусы. Нюхач, трусы. Макрос, трусы. Цемпис, череп. По РДДшникам. Расслабься, крест. Кибердевка, череп. Алира, трусы. Мурлок, череп. Сники, квадрат. Остальные трусы. Как чё на пол? Дайте лапку. И каску. В смысле, там нормально висел. Сейчас подбегу, да. А каску, хуяску поваром, он, пожалуйста. Ну ты попал, он тоже нихуя убил. Я отбегал, всех висел. Кто перебафал? Алиар. Алиар, не трогай. Давайте шустрее еще раз. Рибафнул, Тём? Да-да, все, они готовы. Поехали. Тебе тьму хилить. Рот. Посмотрим в рейд-чате, ГП полетит. Нет, если нет, рад.
Тимур перезаходит на лоб, а я перезахожу на бесполезного шамана. Пять минут соло смогу прохилить ему. Не бьете, не успеть Морлок, с учетом того, сколько у вас РДД, ты даже не смотришь в сторону страйка. Райдер и Сиваш. Шаря с тобой на страйке, и я помогу. Ну, плюс он с трусов. Куча народу. Русы. В самом углу. Привет, страйдер. На кого идет, не посмотрел? За ним сдох, поэтому слезло. Димас по бедлолу. Иннер туда. Сразу и лав. Зелёный череп. Череп. Страйдер. Блять, где я? Все, не снимай нормально, на мне. Уйди, съебите нахуй с прохода, Страйдер. Могло. Сейчас мог поднимается. Череп. Квадрат это магма. На востолбе.
Закрыли, нет? Нет, еще до сих пор оттуда луч идет. А что, квадрат не было в квадрате? Просто зеленый, просто. Страйдер с квадрата в текстах. У кого-то из его ходят. Привет. Беги, малышка. А ты угадал, Паша. Я как чувствую. Все, нормально, сняли. Вайша, уберите нахуй, там страйдер сейчас будет подниматься. В другой угол перевели. РДД в страйдера все. Скатов слить, потом Вайшу. Давай, герой. Да читали его. Ой. А, ладно. Какие-то хуйня называют. Привет. Спасибо. Алис есть там? Ставь. Уже по скатам собираете, собираете скат, потом добьем. Тут лям остался. Ну, уж очень неудобно, неплохо. Неплохо, перчатки есть и грудок. А головы Паловска опять нету, зашибись. Да. Тихо, ГЦ, да? Вдал. Лорд, поехали в РС. Чё, Пиха за грудаком заходил, да? Да, и головой.